к новогодним праздникам. В этом году город будет украшен традиционной елкой на Думской площади, елкой на улице Дерибасовской. Будут украшены деревья Приморского бульвара, проезжая часть над Приморским бульваром. Будет украшен проход от памятника Екатерине к памятнику Дюка на торшерах существующих. Будут натянуты перетяжки над этим же проездом. Будет украшен переулок Чайковского. Улица Пушкинская уже в работе, наверное, жители города видят. Каждый вечер зажигаются все новые и новые перетяжечки, и в течение недели вся улица уже заиграет огоньками. Будет украшен фрагмент улицы Дерибасовской от улицы Польской или Качинского до улицы Ришельевской. Дальше украшенные деревья будут отремонтированы и будут радовать жителей города этой красотой. Впервые будут украшены торшеры в Стамбульском парке на аллее вдоль Приморского бульвара. Хотим поставить красивые украшения на Потемкинской лестнице, то, чего не было до этого никогда. В городке животных будет традиционно к новогодним праздникам установлен символ года – свинки. Веселые, мультяшные, красивые, которые, надеюсь, очень понравятся жителям города. Будет украшена аллея по улице Лонжероновской от оперного театра до улицы Пушкинской. Так же само, как и на фрагменте улицы Екатерининской, на торшерных стойках будут установлены конструкции. Будет много новых украшений, которых до этого не было. Они сейчас в работе и будут применены, установлены в местах проведения праздников новогодних. По срокам все украшение городское должно быть закончено к 19 декабря, к Дню Святого Николая. Поэтому предприятие работает очень в сжатые сроки, в основном в ночное время, потому что днем очень много людей, очень много техники. Поэтому, может быть, оно и незаметно, подготовка к празднику, но оно идет, и люди будут довольны теми украшениями, которые будут выполнены.